Всем привет. 21 апреля. Думал, проснусь сегодня пораньше и пойду побегаю. Но нет. Почему? Сейчас я вам покажу. Вы будете в шоке. Погода на 21 апреля 2020 год в Комсомольске на Амуре. Вот такая вот погода. Жесть, вообще ничего не видно. Хотя вчера еще ничего подобного не было. Капец. Так, что можно сказать, закончился рабочий день. Сейчас я вам показывал с утра, что идет снег. Сейчас вам покажу, как замело машину. Мою машину. Вообще капец. Ветер, снег, жесть. О, моя машинка. Вот сух. Мой. Сейчас будем его. Сейчас буду его откапывать. Залез в машину, вообще капец. Смотрите, что внутри машины. Полностью вокруг, везде снег. Снег. Короче, это капец. Сейчас буду откапывать машину, как уже я сказал. Погнали. Пока еду домой, засниму то, что творится на улице. Показываю. Смотрите, вообще все каша конкретная. Жесть, дороги не чищены, ничего не убрано. Это капец. Хорошо, что у меня внедорожник. Грязь кругом, дороги не чистят. Никто ничего убирать не собирается. Такие вот дела. И снег, конечно, выпал добротно. А теперь посмотрим, какая дорога у меня за домом. Вернее, при подъезде к дому. Пока вроде все четко. Машина двигается уверенно. Преград никаких нет. Что можно сказать? Снега, в принципе, не так-то много-то и выпало, судя по дорогам. Тут сегодня, в принципе, особо никто не ездил, а если ездил, то я смотрю, что не так-то много и намело. Что хотелось бы добавить, а добавить хотелось бы то, что не знаю, что будет завтра, но сегодня, конечно, погода очень удивила. Посмотрим, что будет завтра. Итак, как вы думаете, что я сейчас буду делать? Я, конечно, пойду бегать. Бегать я, конечно, буду недолго. Сами погоду видели, какую. И бег это будет сегодня самый жестокий. Очень сильный ветер, снег, сугробы. И не самая приятная погода. Короче, погнали. Итак, что хочу показать. Вот какую погоду я сегодня буду бегать. В принципе, вы ее и так видели.
Все, погнали. Пробежку на сегодня закончил. Что я могу сказать? Ветер там очень сильный. И чтобы ветер вам не был помехой во время пробежки, и также, чтобы он не был мне помехой, я делаю такую вот непродувайку. Куртку, которая не продувает ветер. Мне очень удобно. Кстати, сейчас бежал в этих кроссовках, но по сугробам. И я вообще ни капли снега не набрал. Вот так. Так, всем привет. Что можно сказать на сегодняшний день? Получается, было 2 дня у нас был снег, был ветер очень сильный. Ну и сегодня все закончилось. Вылезло солнце, температура поднялась, снег резко начал таять, и сейчас на улице лужи и куча мокрого снега. Показываю. Вот такие вот дороги у нас. Не знаю, прочистили их, либо они сами растаяли. Ну что, вот такая вот история. Такие вот дела творятся в Комсомольске. В апреле были очень сильные осадки. Такая вот чача возле дома. Сурф, как обычно, справляется совсем на ура. И это радует. So many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping. All these hits and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I could take a boy's name and smear. Or take it up a gear and end your career. Make you feel fear or make you disappear. Cause I am right here, we're not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Думаю, он вам был интересен. Оценивайте его. До новой встречи. Пока. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap. Break it in, smack, shawty like a quick snack. Like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast.